Сегодня исполняется 15 лет с того дня, как одной из планет присвоено имя выдающегося дагестанского ученого, академика Шамиля Алиева. По решению Международного астрономического союза его имя носит планета Солнечной системы под номером 13046. Официальное свидетельство об этом подписал вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов. Шамиль Алиев – ученый с мировым именем, разработчик советских торпед и ракетного оружия, представитель Санкт-Петербургской школы военного кораблестроения, лауреат Государственной премии Российского комитета оборонных отраслей промышленности, доктор технических наук по военной технике и вооружению.